Всем привет! Закончили выполнение работ по механизированной штукатурке стен, Русский район, Садовое товарищество Архангельска. Пойдемте смотреть. Здесь работу мы выполняли цементно-песчаной смесью, потому что в зиму дом останется неотапливаемый. Цементная смесь использовалась Крайзер 521. И вот такие у нас получились стеночки. Маяки мы все удалили. Теперь оставляем штукатурку высыхать. Оконные откосы мы не штукатурили. И небольшой санузел. Площадь стен 110 квадратных метров. Работы мы выполнили за 3 дня.